Давайте посмотрим, на что способно напряжение из микроволновки. Внутри мы видим трансформатор на 2 кВ, предохранитель, конденсатор высоковольтный, диод, собственно магнетрон, схема управления и сетевой фильтр. Напряжение буду брать с трансформатора. Один провод напрямую, а другой с корпуса микроволновки. К вторичной обмотке подключено два тестера. Этот тестер показывает напряжение, этот показывает ток. Дугану через олово. Через фольгу. Проволочка с пружинки. Добавлю соли. Ток в дуге 0,5 ампера, а напряжение повышается, вместо того, чтобы проседать. 300-ваттная лампочка на 220 вольт. Плазма. Дуга сжигает выводы. Стекло плавится. Гигантская лампочка. Реакция пошла. Газовая лампа получилась. Ветка дерева. Надо скосить вот эту траву, так мы ее косим. Видите, что происходит? Не дайте мне. Надеюсь, вам хорошо видно, как ее колбасит. Теперь дугуем на землю. На землю дугуем просто неадекватно. Дугуем просто на пенек, ничего нету. Пенек изолированный, не проводит. Внутри чуть-чуть искрится, как я уже показывал. Видите? Но тут есть кое-что интересное. Кора очень классно проводит ток. Мало того, еще тянется очень сочная дуга с коры. Смотрите. Неоночка. Дневная лампа и экономка не сгорают, хотя и горят очень ярко. Одуванчик. Ну и наконец, конденсаторы против 2000 вольт. Ой, ой, мое ухо. Ой, ой. Ой. А это что было? Ой. Ой. Ой-ой-ой-ой. Паше удалось достать рабочий магнетрон, поэтому в следующем видео будем экспериментировать с микроволновой энергией. Подписывайся на наш канал. Обсудить новые идеи можно в нашей группе ВКонтакте. До новых встреч!